Джой, я набрал ведро воды. Я все знаю про ваши планы. Меня вы не проведете. Я знаю, зачем вы сюда приехали. А вы кто такой? У нас тут ферма, а не шахта. Джон, это, видимо, тот самый искатель сокровищ, Маккой. Мы всего лишь фермеры, нас не интересуют сокровища. Предыдущие говорили то же самое. Я знаю, на самом деле, вы надеетесь найти сокровища Генри Блэка раньше меня. Я вас предупредил, лежайте отсюда по-хорошему. Это мои сокровища. Странный он какой-то. Посмотрим, что вы скажете, когда я найду сокровища. Избавился от предыдущих, придумал, как избавиться от этих. Интересно, что это там за свет? Я не могу поверить, что мы смогли выбраться настолько просто. Есть! А-а-а! На помощь! Это призрак старика Блэка! Каждый сам за себя! Я хозяин этого острова! А вот кто вы такие? Видимо, те самые воришки, бежавшие вчера из местной тюрьмы. Я должен сообщить шерифу. Пожалуйста, не рассказывайте про нас шерифу! Мы сделаем все, что угодно! Что угодно говорите. Думаю, у меня есть для вас одна ночная работенка.